По предварительной информации, у самосвала отказали тормоза. Водитель попытался проехать между рядами автомобилей, при этом он зацепил Мазду 6, ехавшую в попутном направлении. Ударившись о нее, ЗИЛ вылетел на встречную полосу, где на его пути оказался ВАЗ-2112. Машина попала в жуткий капкан. Спереди ее смял грузовик, а сзади оказались маршрутка «Мерседес» и автобус «ПАЗ». Также в аварии пострадала «Ауди». Ошибку совершил водитель ЗИЛа, мое мнение. Ему надо было уходить вправо, а не на встречную полосу. Всего в ДТП пострадали 6 автомобилей. Среди водителей и пассажиров погибших нет. Пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2112. Это мужчина 76 года рождения, который с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Водитель 12-й модели, несмотря на серьезные повреждения, на сегодняшний момент за оказание медпомощи не обращался.